сначала, когда согласилась на участие проекта, мне казалось, что полтора месяца в чужой стране – это что-то просто невероятное. Ну, правда. Ой, боже, как красиво, смотрите. Какая береговая линия нереальная. А теперь ты просыпаешься с таким видом и такая думаю, блин, ну почему бы и нет? Вполне нормально. Ну, и, собственно говоря, дни пролетают просто один за другим. Не успеваешь замечать. И как-то легально, официально мне... Good morning. Как-то легально, официально мне всегда хотелось, чтобы я не сидела всю зиму в Москве. Я, кстати, даже подумала об этом, но это невозможно, к сожалению, со школы совмещать. Чтобы я на зиму улетала куда-нибудь в Дубайчик. И потом... По весне, как эта птичка.